двух часов, я думаю, мы по два ведра сделаем. По полтора, по минимуму. Да? Да. Хорошо. Легко. Леша! Смотри, что делается. Давай, Коля, давай, тяни. Вот он, красавчик. Красотка кататься. Давно я тебя наблюдал. Ну вы готовы ловить? Мы всегда готовы. Ну все. Погода наша сегодня. Да. Погода наша, рыба тоже наша. О, по идее подходим, да? Да, 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 сейчас будем швартоваться. Бую? Бую, да. Да, ну, полтора часа шли. Ну, еще минут 10. Да, полтора часа на маленьком ходу шли. Экономия у ребят. Да. Ну, сейчас сколько, полдевятого нормально. Как обычно, экономика должна быть экономной. До двух часов, я думаю, мы по два ведра сделаем. По полтора, по минимуму. Да? Да. Хорошо. Легко. Все, пришли на банку. Вот сейчас будем становиться на место. Начнем закидывать. Все приготовились. Нацепили наживку. Все на веселе. И в ожидании. Вот берег, так, в километрах мы 7 берег, вот Ильичевск, вот там Одесса.
паркуется. Так, ну все, сейчас надо пора. Бля, солнце с той стороны, поворачивай пароход. Уже клюет, да, Коля? Вот мы остановились, сейчас скинем якорь, немножко протянемся, метров 20-30, и будем закидывать. Леша! Смотри, что делаешь! Давай, Коля, давай, тяни! Смотри, что делаешь, Леша! Я снимаю! Вот он, красавчик! За него надо... Да, выпить надо. Да. Я сразу вот клюет, вот я сейчас. Вот, вот, теперь есть. Вот. Кошка? Там кошка под нами. Кармас выбрали. Ну кошка где-то потеряли. Кошка или кошка? Блять. Кошка! Кошка! Ну якорь, блядь. С правого борта не кидайте далеко. Понял. А какому борту? По правому борту. Вам повезло. А, ну так это было. Куда? Три. Вот есть креветка, и мы сварили, вот порезали свиное сердце, вот филе, перина есть. Клюет сегодня бычок, в основном на филе. Сердце вперед, но так себе. Вот мы перешли на третью точку. Сейчас будем ловить. Ну, угодно. А ты думал? Это вы собирали, да? Конечно, но собираем. Гирлянду, да? Коля, покажи, сколько ты бычков за час ловил? А? Покажи, приподними. За час. Чай, кофа. О, посмотри.